Ребят, всем привет. Там пользователь один, извините, не помню, как зовут, еду за рулем, задал хороший вопрос о регулировке громкости раздельных режимов. Так вот, в 770 и 750 серии разницы между громкостью радио и основной части андроида нету. Поэтому я вам сейчас это продемонстрирую. Дальше будем уже шаг за шагом развиваться, как свою автомагнитолу различные громкости настроить. Итак, показываем. Произвело сильное впечатление вот этот холод в камерах, о которых она писала. И я хватаю кошелек и бегу в магазин и покупаю. Такая. На меня смотрят как на ненормальную продавце. Какие-то ритузы, носки, Внимание, и когда уже надо начинать действовать? Важно понимать. Ну, женщина, я подбегаю к ней и говорю, что вы знаете, сейчас я вам привезу Ксению, даю. Переходим. Ну, достаточно, это музыка будет с флешки. И сейчас включим на 2-3 секунды, чтобы YouTube права не наложил, Яндекс.Музыку. Так, то есть мы видим, что громкость в радио, какая вот раньше была проблема, ниже через была громкость. 600 метров, поверните направо. Вот, то есть что мы сейчас сделаем? Теперь как нам это все настроить? То есть громкости режимов разные. Так, переходим в навигатор. Ну, я так понимаю, что всех интересует, как Яндекс настроить. Идем сюда. Настройки. И здесь вот есть громкость навигатора. Так, звуки оповещения, по-моему, вот здесь. Звуках оповещения, громкость навигатора. Ну, у меня примерно вот так стоит. Я не люблю его громко смотреть. Можете посильнее поставить и так далее. Далее идем в приложение настройки. Вкладка. Есть две по звуку навигация. То есть выбрали навигацию. И здесь вы видите, вот громкость навигации. У меня вот так вот стоит. И фоновая музыка в этот момент что будет делать, когда говорит навигатор. То есть, если вы поставите так вот сюда, то во время разговора навигатора вы получите приглушение основного звука. То есть Яндекс.Музыки, радио и так далее будет у вас приглушаться, чтобы вы обратили внимание навигатора. Мне это не нужно, поэтому я использую, ну, примерно вот так вот у меня настроенный навигатор. Уровень громкости я в дороге поднастроил, как мне будет комфортно, без каких-либо приглушений. Ну, собственно, так и катаюсь. Так, сейчас пока едем. Пока мы находимся уж в навигаторе, скажем, вот здесь, видите, в вкладке навигации есть выбор трех навигационных программ. Основная навигация, и навигация 2, и навигация 3. Вы можете выбрать любое приложение, нажав вот таким образом, ну, калькулятор, допустим. Так, что это у нас такое? При нажатии кнопки, почти на всех автомобилях есть моды. То есть вы переключаете режимы сами, собрав, какие вам нужны. Ну, я оставил музыку, радио и навигацию. Так вот, при выборе навигации у нас откроются вот эти, предложат вам варианты, что запустить. Вы должны подтвердить пальцем. Если вам это не нужно, просто очищаете это все. Таким вот образом очистить. Так. Дальше. Есть еще вкладка автозапуск навигации. Да что это такое? Вы пришли в автомашину, в автомобиль, сели, завели. И, собственно говоря, если вы выбрали эту настройку, то у вас автоматически запустится вот эта основная программа, которую вы выберете навигатором. И микширование звука относится только к ней. Остальные будут работать обычнее, как фоновой громкостью. Так, вот, собственно, по звуку в этой вкладке все. Дальше есть еще вкладка звук. Сюда. Переходим. Тут у нас что получается? Громкость при старте. То есть, ну, это для чего настройка? Чтобы громкость сбрасывалась, если вы ее выбираете, эту настройку, на тот уровень, который вам комфортен с утра. Я расскажу, почему. Допустим, вы жарили шашлыки, у вас орало на 27 очень громко, выспались,
голова болит, но вы протрезвели, сели в автомобиль, заводите, и поверьте, эти 25 вам по ушам будет совершенно некомфортно. Поэтому вот здесь вы выставляете, ну, у меня 5 в данном случае, это чтобы мне удобно было, грубо, комфортно при старте получать нужную громкость. Дальше я уже крутилочкой добавляю, сколько мне нужно, и все. И здесь еще есть также приглушение камеры при заднем ходе. Я эту штуку выключаю, не знаю почему. Вы можете ее включить. Опа, сейчас. И выставить согласно инструкции уровень громкости, который вам комфортный. То есть кому-то музыка не мешает парковаться, а кому-то она мешает. И вы хотели бы, чтобы звук не орал, а было потише. Поэтому вот здесь выставляем уровень, сколько вам необходимо. Образом и проверяете, соответственно. Но тут иногда глючит, бывает так, что пока не разобрались, при включении заднего хода громкость сбрасывается на единичку. Так, что еще дальше? Вот у вас громкость сейчас, допустим, музыка 1, и вы хотите отрегулировать громкость в Bluetooth. Когда вы совершаете звонок, я сейчас только что проверял, боюсь, что видео прервется, звоните и делайте комфортную громкость для себя в режиме Bluetooth, и она так и останется. То есть если у вас музыка будет 1, а Bluetooth был на 17, все равно будет на 17. Ну, сейчас попробуем позвонить, наверное, видео, скорее всего, и прервется. Ну, как, собственно, и ожидалось, видео прервалось. Поэтому поверьте мне на слово. Короче, вот так делаем. Далее, я уже делал отдельный урок по Bluetooth полностью. В данной графе, в настройках, регулируем усиление микрофона и усиление громкости усилителя модуля Bluetooth. Выставляем комфортно для себя значение. У меня вот так. Усиление микрофона среднее, усиление громкости высокое. У Саши, нашего установщика, у него усиление микрофона стоит, ему нравится максимальное, а усиление громкости среднее, то есть кому как. Здесь дальше вы настраиваете громкости, короче, для громкосвязи. Дальше, если у вас громко играет все, это касается 750 серии. На 750 серии на линейках 4 вольта, то есть они мощные. На обычных 2 вольта, на всех других магнитолах, там, которые предлагают вам различные магазины, 1,5-2 вольта, а здесь 4, поэтому вот, проехал мотоцикл. Сейчас я вам покажу, вы запускаете DSP процессор. DSP процессор — это у нас что? Вот сейчас приложение, оно загружается, подключается к встроенному процессору по неведомым мне каналам. Вот, и мы получим там, сейчас паузу пока поставлю, покажу. Да, вот программа запустилась по управлению процессором. Вы видите громкость. Ой, статус подключен. С кнопок на реле вот видно, идет команда Power на встроенный процессор по управлению громкости. И вы заходите в эту вкладку и регулируете громкость каждого канала, как вам нужно, для комфортной громкости. Ну, вот так, допустим. Все. И у вас станет тише. То есть вы выставите громкость комфортную для себя. Для чего это? Вот для этого значения. Подберите себе уже сами. Как вам комфортно на 10, как вам комфортно на 20. Здесь вы, короче, 750 серии и таким образом по канально настроите. Так, ребят, сейчас вот радио работает. Продемонстрируем работу Яндекс.Навигатора с радио. Сейчас вот пробка поехала. Мы делаем все, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, поскольку наши интересы совпадают. Возвращение к стабильности должно проходить при активной политической и дипломатической работе в Совете Безопасности ООН. Ну вот, как бы видите, для меня комфортный уровень громкости вот так. То есть я смотрю на навигатор, слышу, там что-то он бубнит, громкость радио у меня при этом не плавает, не плавало, все четко. Я наслаждаюсь звуком, именно наслаждаюсь, а не страдаю. Вот, и, собственно говоря, слышу навигационные подсказки,
как мне нужно. Все прекрасно работает. Навигатор с радио.